Слушай, ну чё-то вообще пока ничего не клюет. Вот стоим уже здесь сколько, не знаю. Не клюет, да и не клюет. У меня уже 4 иглобрюха. Кстати, да, у меня тоже один иглобрюх, и, в принципе, все, я пока ничего не слышу. О, меня клюет! Второй, еще один иглобрюх! Столько иглобрюхов, ай, непонятно. Сорвалась, сорвалась. Да, чуть сегодня не вот это, не рыбный день. Не клюет, вообще не клюет. Слушай, а ты, кстати, слышала по новостям, в последнее время говорят, то, что вот это все, знаешь, там глобальное потепление, ледники тают, так, лосось сырой, ну, кстати, неплохо, вот. Слышала, кстати, вот это? Да, конечно, из каждого ящика это уже доносится, да. Уже бесит. Все города начнет затапливать, то, что вся планета под водой останется, короче, ледники растают в ближайшее время, вот. А может, кстати, уже начали таять, я не знаю, надо потом проверить будет. Ну вот у нас все растаяли, ты видишь хоть один ледник вообще да. поблизости? Главное, чтобы не затопило нас, не затопило там шахты по соседству, а то мы без ресурсов останемся, вот это вот, да. Да пофиг на самом деле на это потепление, ты лучше оцени мой новый костюмчик из новой коллекции, это стиль милитари, знаешь, такой военный, сейчас это прям вот не в моде ни разу, но мне нравится. Ну, главное, чтобы тебе нравилось, вот, если тебе нравится военный зеленый стиль, это очень даже хорошо, вот. А мне вот это черепашечий стиль нравится, я вот люблю вот этот шлем черепашечный, в нем люблю ходить, вот. Слушай, что-то мы какой-то фигней с тобой страдаем, может пойдем уже делами займемся? Да, кстати, надо бы пойти уже делами заняться, то, ну, не зря я подготавливал все вот это, вот, пошли, да, пошли, пошли. Что ты подготавливал? Дела подготавливал, вот, пошли. Ой, так. Сейчас опять какую-то рыбу мариновать будем, я да. не знаю, картошку чистить да для не супа. Будем мы никакую рыбу мариновать, Кать. Ну, слушай, нам, кстати, песца вот этого надо свести, нет? Он же вырос, он вырос. Точно, 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 точно. Все, пойдем, и мы, короче, его сейчас заклеймим, мы его назовем, потому что у Елизаветки есть имя. Ага, у него нет имени. Пошли. У кого нет имени? У песца? У песца. Да, ну, слушай, у тебя есть какие-то предложения, как его можно назвать? Вот на самом деле он такой, знаешь, вот из знатных семей, мне кажется, такой прям... Прям-прям... Герцог, герцог, знаешь, такой прям герцог. Он на бомжа больше похож, какой герцог, мы его вчера... Ну ничего, ничего, пошли, сейчас мы тебя вот это назовем, ты мне вот это дай, ага, и вот так, пошли, пошли. Слушай, так если у нас лица Елизавета, Елизавета вторая, может быть назовем вот этого писца Чарльз? Чарльз второй, Елизавета вторая, ничего себе Чарльз имя такое, ты ему конечно придумал. Подожди, не-не-не-не, что-то я тупая, подождите, кто великобританскую эту историю знает, Чарльз это их сын с Елизаветой, его Филипп зовут, Филипп муж Елизаветы второй, Филя. Вот Филя, Филипп мне кстати нравится, иди за биркой, давай быстро, пошли Филипп. Бирка, бирка, где бирка, как, что такое бирка, как ее найти, ее просто опять я встряла. Филипп, а родится сын моего Киркорова, Чарльз, Киркоровым назовем, вот, у нас будет и Филипп, и Киркоров, и Елизавета, а дочка, дочку Аллой назовем, вот это, а четвертую дочку Пугачевой, вот это, да. Каролина! Филипп Киркоров, ну как? Каролина у меня в руках. Подожди, 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 не расстраивайся раньше времени, подожди, 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 пошли за мной, пошли за мной, пошли за мной, быстро, быстро, пошли, Кать, за мной, не стой на... Каролина! Пошли на месте, не стой на месте, не стой, я тебе сейчас покажу еще одну Каролину, я ее видел до начала серии, правда, я не знаю, здесь она или нет, да, она здесь, иди сюда, вот Каролина, вот она! Господи, и там яйцо снесла. Да, у нас полно Каролин, поэтому не расстраивайся. А эту Каролину-то куда деть, есть? А эту, да, давай на шашлычки пустим. Этот день уже начался как-то очень странно. Да, так, а Филипп Киркоров, пошли. Итак, Филипп, вы готовы? Там вот Елизаветка ждет уже прям вообще не может, хотя на самом деле ей, по-моему, вообще все равно. Затаскивай его, давай внутрь. О, нет, это ответственный момент, я сейчас все профукаю, писец убежит, хорошо. Я еще виноватая останусь. Пошли тогда за мной. Это ответственный момент. Когда скажешь, тогда я его туда и завожу. Давай. Заводи. Завожу тогда. Хорошо, пошли. Филипп, стойте вот здесь. Так, я вас присобачу вот сюда. Вот.
Вы такая... Ой, ты смотри, он на ушко и уже что-то начал шептать, Кать! Какая прелесть! Они постоянно что-то жрут. Смотри, и у одной вот этот поводок, и у другого поводок. Чтобы избежать вот этого... Так, смотрите, одному и другой. Ага. Опа, замена, всё, замена. Выплюнули. Все, а теперь чики-бамбони. Кать, какие чики-бамбони? Давай чуть-чуть подождем чики-бамбони. Нет времени ждать, чики-бамбони делаем. Не надо чики-бамбони, немножко подождем, потом сделаем чики-бамбони. Чики-бамбони прямо сейчас требую, прямо сейчас вот это самое. Ты прямо сейчас требуешь чики-бамбони? Мне кажется, чуть позже. Чуть позже чики-бамбони. Чики-бамбони. Нет никаких чики-бамбони. А что мы тогда делать сейчас будем, а? Ну так надо комментарии подписчиков читать. Там дофига идей. Пошли в деревню с тобой пойдем. Опять в деревню. Опять комментарии подписчиков. Люди написали, чтобы мы с тобой вот это... Стоп! Люди написали, чтобы мы с тобой сделали вот эту... Завод Люди Калема. Подождут. Люди не подождут. Люди... Сюда подойди, это что такое? Люди не подождут, у людей хорошие идеи. Завод Калема. Просто подумай, там железо бесконечное какое-то будет, еще там что-то. Да заткнись ты со своим железом, у нас тут, походу, прорвало все. Все трубы, сантехника вызывать надо. Ты это видел вообще, нет? А я тебе говорил про глобальное потепление! Ледники растаяли! Все же, в конце! По крайней мере, один! Тут у нас земля, она не могла растаять. Подожди, а куда вообще ведет это? Этот ручеёк, подожди. А в другую сторону, подожди, вот здесь, сюда. Нет! Нет! А что такое? В смысле, что ты не видишь, куда вода течет? Подожди, нет! Милочка, милка, зайка моя! А батончик Иван, ты вообще в курсе? У нас там наши кошки. И чё ты думаешь, что вот эта вся фигня маленький вот такой ручеёк затопил всю пещеру батончика Ивана? У тебя ведра есть? Есть, у меня 12 быстрее ведер. Быстрее воду убирай, быстрее убирай. Сейчас. Будет... Да, она здесь мне не убирает. Мне оставь. Я, здесь она не убирается, надо убирать вот там, откуда она течет. Здесь я не могу это убрать. Разве что он могу может... ее перекрыть. Фух, ну хорошо, что хотя бы дверь закрыта, и туда не успела просочиться вода. Ну вот. Убери мне здесь воду, убери воду. Сейчас, подожди, сейчас уберу воду, сейчас это сломаю, сейчас уберем, сейчас вот это все золотом. Видишь, мать, а ты боишься? Да ничего. Ой, мужики пошли раньше, и сантехники, и столяры, и гончары, а вот ты даже воду убрать не можешь. Так, подожди, сейчас я их проверю, кошек. Давай. Сейчас. Ну, открывайся. Ебана, мать, в смысле? Алло! Как она сюда попала? Подожди, кошечки, где они? Вот это прорвало, сральник твой золотой, походу. Да или... я даже сюда попасть не могу, рыбы везде, они что я рыбы? Но... Это ж... А рыбы-то откуда здесь? Подводный мир просто. Я не вижу ни одной кошачьей души. Я начинаю умирать. Срочно за губками. Нужны губки. Губки высушат. Кстати, да, губки. Нужны губки. Были бы у меня губки, я бы тебе сразу бы дал губки. Кстати, выплывай, давай! Я сейчас умру! Все. Пошли! Тихо! Нет! Закрой дверь! Вряд ли это, конечно, поможет как-то спасти кошек уже, наверное, мертвых. Но пошли тогда! Эй, ты там не говори такие вещи! Надо внимательнее за кошаками следить. Я тебе миллиард раз говорил, подписчики не дадут сейчас в комментах вот это соврать. Надо, Катя, вытащить всю семью Милки наружу. Им там надоело уже гнить в этой шахте. Ты слушалась меня все это время? Не слушалась. Вот и держи. Глобальное потепление. А тебе нужно улучшить навыки сантехника и лучше следить за нашими трубами тут в деревне. У меня в принципе нет навыка сантехника, я майнкрафтер. Где? У нас были губки. У нас нет губок, нет губок. Я посуду помыл, губку выбросил. Испортилась. Где взять новые губки? В данже вот этом, в морском, там где вот эти... Все, я поехала. Поплыла, в смысле? Поплыла, да. Ты со мной? Ты в курсе, что там опасно? Ты не сможешь с этой военной бронькой выжить, она кожаная! Ради Милки я все смогу. Ладно, коричневая панда, возьмем тебя на вот этом на путешествие. Давай прокатимся с тобой. Кать, меня подожди, а! Никого я ждать не буду, кошки в опасности. Кошки в опасности были тогда, когда их затопило. А сейчас кошки, наверное, уже в кошачьем раю, наверное. Перестань такое говорить.
Хорошо, перестану такое гореть, буду такое петь. Кошки, наверное, в кошачьем раю, как хорошо. Просто ты меня тебя ударить, что ли, или чё? А ты зачем с пандой поплыл? Да я говорю, сына на вот это, на прогулку вытащил. Пошли. Так, надо плыть. Где этот данж? Надо плыть вот это всё, вот, пошли. А ну, где вы? Ну-ка, признавайтесь, я сейчас все губки у вас заберу, все золото заберу, всех покромсаю своим мечом огненосным. Вот вы где. Кать, может, ну, ты еще сейчас передумаешь? Это опасный данж морской. Они ж тебя... Ты в кожаной броне, Кать. Там... Да мне пофиг, погнали. Да там не рубиловка. Так... Рубиловка. Какая ру... На, собака, где губки, признавайся. Давай мне срочно нужны губки кошек спасти. Пацаны, я здесь вообще ни при чем. Я с пандой на прогулку вышел. Это она вас рубасосит. И мне губки ваши губки нужны. Губки где? Подскажи, я вообще нифига не помню, что здесь происходит. До свидания, короче. Ты понимаешь, что они меня даже бьют, а не тебя, Кать? Да, да мне пофиг, губки где, признавайтесь. Я вообще они... не понимаю, как здесь тут все работает. Я один раз здесь была. Данж, заплыви в данж туда, ща, внутрь. Ща. А, вижу, вижу, вот, да-да-да, плыву. Только блин, тебя... а воздух-то кончается, ну, да. Воздух кончился. Воздух-то кончается, да, надо было сначала зелье. Сейчас вот я это... быстро, я быстро, вот, губки где-то здесь, я помню. Ну, там, там... сердечко, все пока. Все пока, да. В смысле? Там нет, просто, нет, там нет, надо нет, было убить нет, еще нет, вот нет, этого нет. Босса надо огромного сначала убить, а с босса уже потом губки выпадают, да. Их не надо находить, надо босса убить, с босса губки, да. Убей босса по-быстренькому, пожалуйста. Да я да не губок. Смогу, у меня нет водного вот этого подводного дыхания. Кать, я возвращаюсь обратно домой. Зачем ты губки выбрасывал, как-то посуду мыл? Мы бы сейчас все быстро сделали и все. Петь, ты виноват во всем. Сын, тебе понравилась прогулка хотя бы? Профукали всех кошек разом. Ну где ты там? Скоро уже приплывешь, нет? Кать, я отомстил за тебя, я убил вот этих всех стражников и две губки выбил. На, держи, иди спасай! Две губки? Ты мой герой, пошли скорее. Меньше разговоров, иди спасай, я быстро сгоняю за печкой, потому что этих зачем? Двух губок не хватит, чтобы высушить вот ту всю воду, а печки нужны, чтобы высушивать губки, понимаешь? Сложная система, ну ладно, я иду спасать. Давай, 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 я сейчас прибегу. Ну где ты там, не ставить губки, я не знаю, что делать. А почему ты меня-то ждешь? Открывай эти двери, иди давай, ставь внутрь, Кать! А, блин, как заплыть? Главное, тут, да, сейчас. Ставь на потолок губку. Одну в одной части ага, комнаты, ага. Другую в другую так. часть. Ставь! Ай-яй-яй, не получается. Давай, да, у тебя все получится. А! Молодец, так, и одну вот сюда, одну вот сюда, надо мной. Вторая. Ну, вот, давай. Вот, прекрасно, прекрасно. Сейчас мы их ломаем. Вот, ломаем одну, ломаем другую. И высушиваем. Сразу же идем и сразу же высушиваем. И потом так же все дальше будем делать, хорошо? Давай быстрее, время прям мало. Я тебя тут буду ждать. Давай. Так, это сюда, это сюда. Кошечки мои, кошечки маленькие. Все сушится, как, все сушится. Сейчас все будет. Сейчас и печка тупая. На какого года вообще выпуска? Что так медленно? И опа, так, все. Я давай, захожу. Давай, подожди, давай я сразу и... поставлю. Одну вот сюда поставлю и другую вот туда. Давай, вот сюда. Вот, прекрасно, мы прекрасно. Вечность будем. Да вечность не вечно. Сушить. Сейчас еще раз 15 и все. Это примерно минут 40 где-то, вот. Какие минут 40? Да за это время уже все живые существа подпунут. Дурацкое глобальное потепление. Да, ледники тают. Так, чуть-чуть осталось, чуть-чуть, что там губки высушили, сейчас забираем последний рывочек, давайте, мои кошечки, туда ближе к кроватке сейчас попробую подобраться. Немножко осталось, Кать, мне кажется, раза два надо поставить, и все высушится. Да, ставлю сюда одну. Ой, какой молодец, и на... Ой, и какой сюда. Молодец, последний разочек, последний рывочек, собирай губки обратно сюда. А, блин, времени вообще мало, сейчас, а ты мне высушишь их? Высушу, все высушу, давай. О, господи, я сейчас плавать научусь за все 20 лет свои. А ты что, плавать не умеешь? Умею, разучилась уже, походу. А-а-а. Бегу. Так, это последнее, как думаешь? Последнее, прям, да. Мы победим этот ледник растаявший. Какой ледник? Давай ему имя дадим какое-нибудь стрёмное, чтобы он вообще... Леднику? Знал, ты хочешь леднику? Как айсбергу, не знаю, который Титаник потопил? Да, назовем его стрёмно как-нибудь, чтобы знал. Прям, может, так и назовем стрёмный. Стрёмный ледник. Стрёмный ледник. Всё, ещё и две готовы, побежала. Давай. Просто здесь воды, как я не знаю, как в мировом океане. Главное, наверх поставь, на самый верх, вот там, где источник. Да, вот молодец какой! И в угол куда ты поставь? В угол! Все, почти!
Зато рыбка на халяву, вот, тропическая. Так, ну это уже точно последний раз. Одну ставим, вот сюда. Подожди, 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 эту в другое место поставим. Давай вот быстрее, эту... тут рыбы уже помирают. Все! Нифига тусовка какая из рыб. Так кошек-то нету! Где кошки? Нету. Мы опоздали. А ты слышишь, кто-то мяукает? Это не мои, наверное. Мои на кровати. Это рыбы мяукают. Нифига себе, ты смотри! С рыбы вот эта костная мука выпала! Я бы сейчас с этой рыбкой кошек... Кать, а что там в углу? Посмотри сзади тебя. Где? Куда смотреть-то? Тут ничего нет, тут дырка просто в стене. Эй, а ты где? Алло, ты куда испарился? Так, ну, не зря мы рыбку только что кокнули. Держи батончик Иван, держи булочка с корицей, держи Милка. Ой, я их накормил, Кать, если что, они сыты! Кого их? Кошечек наших, они здесь живы, они в бункере своем были. Ты меня за идиотку держишь, прости господи. Кать, прием, алло, заходи давай, заходи внутрь. Заходи давай. В картину? В картину, заходи давай. Я сплю, ущипните меня, пожалуйста. Да что это кошачий рай? Это не кошачий рай, это кошачий бункер. Я специально им его создал на случай вот глобального потепления. Они здесь спрятались, вот, кушают сейчас вот это вот, видишь. То есть ты знал об этом, пока у меня случался 10-кратный инфаркт? Ну, то, что ледник растает, я не знал. А то, что кошки в безопасности, я знал. Это просто был уроком. Троллинг уроком. И подписчики не смогли в этот раз меня тебя спалить, потому что мы опять записываем эту серию выживания сразу же после того, как я записал троллинг. Ёпрасоты, можно мне выйти куда-нибудь в окошко? У меня там чиски. Валидол завалялся, валерьяночка, если хочешь, можешь принять. То есть ты опять за кадром надо мной издевался? Это был просто урок, Кать. Чебурак со своей мадмуазелью там снаружи тусуется. А чё наши кошки-то скучают здесь в подземном бункере? Это был уроком, что надо их отсюда выбрать и потащить наверх, понимаешь? Так ты сам построил эту комнату для них, и мы решили, что это будет их пентхаус местный. Я не... Нет, эта комната изначально была для того, чтобы просто тебя затроллить. Ты сама решила, что кошек надо здесь, в заточении оставить, как какую-то Рапунцель нафиг, как Золушку в какой-то башне заточить, так же и кошек в шахте. Я сейчас тебе такой урок устрою за все вот это, и за данж, и за этих крокозябр колючих, и за гуки. Подожди, подожди, давай мы просто сойдемся на том, то что кошек надо вытащить наружу! Да мы вытащим сначала тебя! Подожди, 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 Кать, ты подожди, стой ты на месте, подожди! Да что такое? Да ядрить кратить, не могу тебя закрыть в этой комнате, подожди! Да стой, подожди, да я закрою тебя в комнате! Тебя, стой, тебя приплющило немножко дверью. Слушай ты, если еще один троллинг, да с моими-то котами, да минус сердечко 20-кратно у меня в этой серии, да я больше с тобой вообще записывать не буду никогда. Пошли, я просто, единственная просьба, мать выживания, давай мы просто наших котов высводим и вытащим наружу. Это все, что я прошу у тебя уже на протяжении 20 так серий. Им надоело здесь тухнуть в этом подземелье. Я обещаю, вот честно, мужицкое тебе слово даю, то что в следующих сериях мы построим им забубенский пентхаус снаружи. Хорошо, а пока они будут жить в будке для чебурака. А чебурак? На улице поспит собака. Не привыкать ему. А у них семья, у них ребенок. Хорошо, я согласен даже на такой компромисс. Хорошо. Все, забираем. Забирай, я забираю батончика Ивана, ты забирай своих вот этих. Пошли, батончик Иван. Время свободы! Ну ты меня, конечно, и перепугал. Об осратушке, не вставушке, да? Да, и вообще еще не говори. Пошли. Ой. Кошки не умеют плавать. Умеют, наши умеют. Ой. Ну что ты тут стоишь? Пойдем уже. Пошли, батончик.